за святую Русь помолюсь. Вот это знаете, что такое? Вы думаете, я собираюсь тут порнуху разводить? Я просто хотел этих девочек немножко это вставить в эти, как сказать, в рамки. Знаете, какие рамки? Поговорим в следующий раз. Вот. Когда-то, ну ладно, Антон Валерьевич, 5 минут. Почему англичане, что англичане, завоевали весь мир? Почему сотни лет над Англией не заходило солнце? Вспомните. Канада. Вспомните Индия. Вспомните Австралия. Европа. Вот. И пароли в школах. Пароли. Вот. Сейчас не порят, сейчас не дети вырастают, а дебилы натуральные. И многие из них продолжаются это. Им же диплома надо, им кушать надо. Вот. И вот уже получается так. Вот это я написал так просто для прикола. Основной инстинкт утерян. Дело в том, что когда-то желание заглянуть под эту юбку у нас было превалирующим, особенно у подростков, у молодых парней. Почему? Это и есть основной инстинкт размножения, никуда от него не денешься. Вот. Сейчас, сколько бы они ни показывали голой задницы, это в школе. Я бы не стал этот снимок. Мне надо было просто. Я хотел поговорить о школьной программе. Я набрал фото, школа, вот, ученики. Первая же фотография. Представляете? Самая первая. Нет, смотреть приятно. Я еще мужчина. Но дело-то в том, что ладно в школе. Я не такой уже зануда. Вот. Дело в другом. Дело в том, что сейчас, после всего, что можно, желания заглянуть под юбку уже нет. Желания продолжать свой род нет. Вот. А вернуть их обратно, ну, у них пока это... Когда основной инстинкт утерян, у мальчика, я уж извините, чуть-чуть поговорю. У мальчика основной инстинкт заглянуть под юбку. Это надо. Вот, это нормально. Это нормально. Пусть красноречивый снимок, но я не зря его выбрал. У девочек основной инстинкт – стыдливость. Почему? Не догадались? Она должна принадлежать самому сильному мужчине, который даст самое здоровое потомство. Ведь больной ребенок – это проклятие. У нас их миллионы больных. Сейчас строят специальные больницы, чтобы выхаживать их, недоношенных, неполноценных. И с тем каждым годом будет больше, больше, больше. А они, эти задницы, плохо прогреваются. Они замерзают на морозе. Вот. Целлюлит – это еще самое, это омертвление жирового слоя. Это, который жировой слой он обязательно должен быть. Вот, на ягодицах. Вот. Почему? Потому что это подушка. Отрав. Подушка. Я уже так цинично говорю, но по делу. Вот. А потом эти болезни, которые это самое, они начинают пичкать себе лекарствами, потом больных детей рожать. Потому что для них сейчас главное покрасоваться. Красоваться перед всеми, а нужно перед одним. Тем самым раздеться, когда придет пора. Вот. Когда придет пора. А потеряв основной инстинкт, вот этот самый, да? Вот. Ослабляется все наше, это самое, весь геном человеческий. Я для них придумал. Вот. Но это будет разговор в следующий раз. А как вы хотели? Вот это вот министр науки всей России. Видите, какая серьезная жизнь? Какая серьезная. Вот. Незадолго до назначения. Министр науки. Ой, я министр культуры. Культуры! Вот. Она носила вот это. Кто вы такие? Знаете, тут слово за это. Оно живье, оно было. Она носила так. Я вас не знаю, идите нахуй. Это потому что вы можете не поверить. А теперь поверили. Вот. А потом это ее любимые принципы. Легла, раздвинула, глубоко дышу, стараясь получить удовольствие. Вот. Не любит оперу, балет, классическую музыку, театр, музей. Вот. Вот это самое. И вот я уже, ладно, чуть-чуть договорю. У меня есть оппонентка, очень сильная, умнейшая женщина, Галина Чернова. Я знаю, что это не понравится. Вот. Значит, нам проститутки нужны, стране нужны, то есть, скорее всего, это их это. Ну, кто удачно там, допустим, элитная проститутка, немного партнеров, богатая жизнь там, квартира, машина.
Ну, кто-то опустится и до Тверской улицы. Это как повезет. Вот. Это, говорят, молодость, это тот самый единственный недостаток, который быстро проходит. Вот. А потом уже не нужно. Успеть бы заработать на этой заднице. Во, успеть бы. Вот. А дальше что? А дальше в стране присутки нужны, потому что бесконечная вот эта вот, как это называется, сексуальная неудовлетворенность, это страшная вещь. Это бесконечное преступление. Бесконечное. Вот. Давно пора узаконить. Кто-то пошел бы, получал бы зарплату. Вот. Хотя бы так. Но главное это второй вариант. Значит, раздельное 8 по 11 класс, раздельное обучение. Разные мы с девчонками, разные. Нельзя нам одно и то же. И 100 девочек, 99, или все 100 не поймут, что такое логарифм. Просто не поймут. Интегралы не поймут. Вот. Одна из сотни, из тысячи поймет. А все остальное чушь, потерянное время, вымотанные нервы, двойки, это, тройки, натянутые двойки. Вот. Ни хрена все это нужно. Ненависть к школе, это все. Вот. Понятно. Упустили мы время, и вот это уже не проходит. Уже понятно. Ладно, тогда я придумал так. Помните, я порку сказал? Если когда-то у нас вернется настоящее, уже не будет этих долбанных, этих ЭГЭ, вот. Когда-то вернется, появится настоящая власть. И если только, чтобы было понятно, окончил школу с дипломом, с этим, как он по-другому называется, с аттестатом зрелости, значит, тебе все в этой жизни будет. Не окончил, дурак. И куда ты не пойдешь, кроме проститутки. А если ты парень, то кроме этих, землекопы. Вот. Далее. За эти 3 года можно получить дипломы. Причем подряд. Все эти дипломы. Все. А попробуй не получи. Тебе просто не дадут и все эту самую аттестат зрелости. Повар пригодится, швея-моторист пригодится, медсестра пригодится. А потом тут рядом сидела Ирина Александровна, она еще 3 назвала. Что же вы еще сказали? Тоже, которые сами просятся, ну, еще 3, которые это. Причем все это быстро, несколько месяцев, один, несколько месяцев, вторая, это. И настоящий документ, ты вышел оттуда зрелым. А нет, проститутки, я же не зря упомянул проститутки этих девочек вам. Вот. Они готовы, морально они уже готовы. Потому что в школе задрать юбку, это, извините, раньше было невозможно. Раньше при слове «песик-тычинка» девочки краснели на уроке биологии. Ага, эти покраснели. Вот это важно хотел сказать. Жалко, что Ирина Александровна еще это самое. Потом, может, увидит, позвонит, подскажет. Еще разряды по плаванию. Самооборона. Шахматы. Неважно, будешь ты в шахматы играть, а все равно заставим, чтобы думать, думать, думать. Сегодня мы это самое ездили, вчера ездили, Ирина Александровна сидит рядом со мной, ребенок, дух это самое, и в уме мне решает. 600 на 500, ответил, 10 рублей. И она смеется, говорит, это, он без этого думать не будет, если его не просит. Да какая мне разница, пусть только мозгами шевелит. Нас всех обманывают, обсчитывают, только потому, что никто детей не учил по устному счету. Это что такое? Ну, вот это все надо. Это у меня наболело. Когда-то это будет. Может быть, когда-то станет этим самым министром образования Савинична. Она еще 3 профессии подходящие такие. Вот памяти нет, которая ему сказать. Да, конечно, это надо знать. Но не помню я. Повар, швея, медсестра. Ну, само собой, разряды по плаванию, самообороне, тонут дети, калечат девочек. Вот. Вы знаете, когда каждый парень сможет ударить так, что в ответ уже не получится. Ведь когда бьют женщину одну, сколько я уже этих видел, их показывают по телевизору, прям по центральным каналам. Рядом идут десятки мужчин здоровых. Они боятся подойти и заступиться. Может, даже не надо в драку лезть. Их же много, растащили. Вызвали скорую. Вот. Но когда вот этим кулаком, который тысячи раз бил по груше, да, подходишь
еще так охота вот это самое мерзавца врезать. И если все-таки врежешь, он никогда уже не встанет. Тогда надо только полсилы применить для того, чтобы вырубить его и все. Но это должен каждый парень. И они никогда хамы не будут. Я прям уже про, что у них будет особое. Самооборона девочек не такая. Самооборона девочек это вот этот вот страшный коготь, который может глаз это воткнуть. Самооборона девочек, она должна знать, где самое слабое место у парня, это яйца, если он ее собрался насиловать. Она-то, видишь, как легла, это она легла на спину, раздвинула ноги. Вот. Это министр культуры. С нее будет толку это самое, в таком образовании. Вот так вот выговорился. Ой, ладно. Вы можете смеяться. Галина Чернова мне пришла длинное письмо. Отругает, я уже боюсь ее. Такая умная женщина. Господи, ну если бы все такие были. Все равно не нужны эти логарифмы. Не нужны, потому что смысла даже не понимаю. Ой, ладно, я бы только бы рассказывал, как своя школа, институтская программа. И там такая дурь. 5 лет коту под хвост. Вот. А производственная практика. Приходишь в плавильный цех медный. Вот. Тебе дают шланг с сжатым воздухом. И ты 6 часов, вредный стаж, вредное это производство, 6 часов пыль поднимаешь, чтобы она улетела куда? В атмосферу. И до Канады мы платили страшные эти самые штрафы. Никелевый завод, ну, то есть никелевый, медно-никелевый комбинат платил дикие штрафы, потому что шлейф с космоса было видно, сжигал на противоположной конце планеты леса, как бы их называют, так, такие, ну, как бы исторические такие самые ценные, в Канаде. А вся моя обучение, меня, Железова, который так, ну, в общем, на четверке учился в институте, но должны были научить металлургам. Вот. 6 часов поднимал эту пыль, которая уносилась с вентиляции в космос. И через космос попадала и сжигала леса. И это все. Я день, другой, намордник специально, мы их назвали соска. Вот. Подходит к этому. Даже не к респиратору, а к это самой к противогазной этой самой штуке. И получалось, что это все обучение. Я хочу, чтобы у нас вот эти вот девочки, какие бы они ни были, но им все равно замуж. Им все равно надо уметь и то, и то, и то. Вот. Энгельса верните в школу. Рукоделие повышает этот самый интеллектуальные особенности. Не логарифм. Все равно не поймут, что это такое. А рукоделие. А сколько бы эти медсестры, которых было бы миллионы, спасли бы людей, которые теряют кровь, а никто им помочь не может. А сколько бы не тонуло. Все, выговорился. Антон Валерьевич. Да, ты уже привык, по-моему. Так, друзья, делаем перерыв. Вот. И хорошо бы это. Ну, ладно, возьмет вот этот кусочек мой брат Юрий Владимирович Железов. Вот этот кусочек вырежет, напишет какой-нибудь этот самый текст, добавит там. Вот. Или, например, так. Министерству образования и Академии наук посвящается какую-нибудь музыку, которая не запрещена еще. Вот так. Вырежет кусочек, сделает отдельный файлик, а потом бы кто-то взял бы, они же все будут выставлены. И чтобы туда не один, а 10, 20, 30, 40 файликов пришло бы в эту самую. А хотя, как сказали эти дамы, мы ничего не хотим видеть. Так что, скорее всего, этим и кончится. Ну что, девчонки, на Тверскую, а? На что вы еще годитесь?
Знаю, даже если кто-то из вас на память повторит, вызубрит логарифм, не понимая смысла. На Тверскую, да? А? Как ты ненавидишь ничего, все искусство? Знаете, я думаю, никогда не думал, что в этой стране окажусь. Никогда. Не любит оперу, балет, классическую музыку, театр, музей. Да. Так, все, первые 5 минут. Вот, сейчас я перескакиваю на там, где вопросы-ответы. И расстаемся, идем пить чай.